Привет, телезрители! Мы снова на кухне, и сегодня нас ждет простой, а главное, быстрый рецепт. Окунь в хрустящей корочке – отличный вариант, когда времени на готовку совсем нет, а приготовить ужин нужно. Первым делом нам нужно разморозить филе, достаем его из вакуумной упаковки. Как видите, здесь нет ни льда, ни снега. Свежемороженого окуня мы взяли в рыбной лавке «Рыбак Камчатки». Первым делом для приготовления хрустящей корочки нарежем пару ломтиков хлеба на небольшие брусочки и тут же переложим их в отдельную тарелку. Затем в другую емкость разобьем два яйца. Перемешаем вилкой, а после добавим соль, перец и карри. Далее панируем филе окуня сначала в яйце, потом в хлебе и так несколько раз. Затем выкладываем окуня на сковородку и жарим по 3-5 минут с каждой стороны. Также можно недолго потомить под крышкой. С окунем идеально сочетаются овощные гарниры, спаржа, картофель или же зеленый горох. Этот вариант идеально подходит для сбалансированного ужина. Главное, берите свежие натуральные продукты. Морскую рыбу лучше брать напрямую у производителя. В рыбной лавке «Рыбак Камчатки». Я все время я беру чевычу и икру. Вкусная рыба? Да, очень. А икра? Тоже хорошая. А какую именно? Чевычу. Почему ее? Вкусная. Главный приоритет рыбака Камчатки – вся продукция должна быть свежей и натуральной. Именно поэтому технологи лавки коптят, солят и замораживают рыбу строго по ГОСТу. Например, аппетитные блоки горячего копчения часами томят в больших каменных печах с натуральными специями. Аппетитный цвет и тонкий аромат достигается за счет опилок яблони, ольхи и вишни. Белорыбица холодного копчения, белое жирное мясо, не содержит ни единой косточки. Все косточки были убраны вручную. Можно давать детям без боязни, так и людям старшего поколения. Также блоки, стейки и спинки подвергают шоковой заморозке и запечатывают вакуум, чтобы рыба по максимуму сохранила все полезные свойства. Приходите в рыбную лавку «Рыбак Камчатки» до субботы включительно и выбирайте самую свежую и вкусную рыбу с побережья Тихого океана. Место встречи – ДК имени Ленина. Екатерина Зибзеева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.